Так, ну що, чудові наші люди, доброго ранку ще раз. Якщо хто до нас доєднався, то ми повертаємося у нашу студію з бадьорим настроєм і класним ефіром. Поряд зі мною Катя Терещенко, і зараз ми будемо говорити про спорт, про один, як на мою думку, з найяскравіших та найкрасивіших видів спорту у нас у студії. Ну, взагалі-то так. Бачите, дав мені можливість, Макс, представити нашу гостю. Це Стела Захарова, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка. Ми вас вітаємо, пані Стела. Добрий день. Так, і взагалі, ну, спорт – це завжди класно, круто, це здоровий спосіб життя, цим потрібно займатися для себе, перш за все. Але професійні спортсмени, так, які відстоюють честь держави, так, які покладають своє життя взагалі на спорт. Наскільки зараз їм складно бути ось такими найкращими? Ну, первое, начнем с нашего, с той темы, которую сегодня обсуждает весь мир. Это локдауны, это карантины, это вирусы и так далее. Так вот, спорт ощутил сейчас на грани, можно сказать, даже исчезновения. Почему? Потому что настолько важно для спортсмена спортивный зал, беговая дорожка. И если он не тренируется и не как бы участвует в соревновательном процессе, то это можно сказать, что спорт где-то начинает прекращать свое существование, потому что спортсмен без этого жить не может. Да и смысла нету даже какого-то. Вот, поэтому мы сейчас говорим, обсуждаем очень сильно в сферах наших спортивных и мировых сферах, что делать. Олимпийские игры идут. В Токио зажегся олимпийский огонь уже, если вы знаете, да? Поэтому Олимпиада будет. Да, может быть, без зрителей, может быть, какие-то местные зрители. Опять же, таки эта тема бурно обсуждается сегодня. Ну а что, если плавно перейти, что с нашим украинским спортом, то, конечно, большие проблемы. Давайте не будем кривить душой, давайте будем говорить сегодня прямо, открыто и правду. Почему? Потому что если мы не будем говорить правду, значит, мы не сможем изменить что-либо. Вот хочу сегодня поднять такую тему, как буквально в своем Фейсбуке я обговаривала, и буквально это в средствах массовой информации вышло, о 25 магнитах президентской программы. Да? Вот. Спочатку для глядачів пояснить, да, что это означает? Что программа, чтобы знали про что. 25 магнитов – это, значит, по президентская программа, которая будут выделяться деньги, около 500 миллионов денег будут выделяться из бюджета для реконструкции и строительства, где нужно, спортивных объектов. Да. Значит, спортивные объекты, это, значит, будут рассматривать, на эти деньги будут выдаваться местным властям. То есть, на местах. Да. Но изначально, значит, будут рекомендации свои давать кабинет министров и бюджетный комитет Верховной Рады рассматривать то или иное предложение. Дать этой области там на реконструкцию ледового стадиона или не дать. Ага. Это хорошая программа, это великолепная программа для развития спорта, для того, чтобы наши дети, массовый спорт, наши спортсмены могли, во-первых, самое важное, бесплатно тренироваться, это самое главное. А вот, поэтому я считаю, что, в принципе, программа неплохая, но вдруг... Завтра ей есть но. Но вдруг тут мобилизировали себя мгновенно люди, там, приближенные к бюджету, помощники их по распилу бюджетных денег. Дорвались до курва. Мгновенно активизировали себя. И я считаю, вот, что человек, который как общественный деятель, человек, который в спорте уже там с пеленок, наверное, и до сегодняшнего дня выросла, я считаю, что нужно отдавать приоритет. Приоритет той или иной области. Почему? Мы должны рассматривать, ну, посмотрите, допустим, я условно говорю, там, ну, ровно там, 200 тысяч населения, да, там есть городишки еще меньше. Но тут вдруг сразу все стали руки поднимать, ледовый стадион отреконструировать, там где-то какую-то площадку и так далее, какой-то зал в Черновцах, коммерчески. Ребят, давайте посмотрим. Мы поставить должны на весы, что нам важнее сегодня. Куда направить эти деньги, да, по программе. Давайте возьмем большой мегаполис, там, Киев, Одесса. Это те города,
которых мы можем использовать и принимать международные большие статусные мероприятия. Ну, в любом виде так? спорта, да, конечно. Слушайте. И города угу. не с 100 тысячью, а там с миллионниками. Вот тут важно. А це вирішить, на вашу думку, проблему з тим, що спортсмени іммігрують з України в принципі? Ну, просто вони виїжджають, і десь у них там за бугром, не на рідній землі, а за бугром у них набагато кращі умови. Ну, це, звісно, але це один із пунктів остановки наших спортсменів, де вони вже подумають, виїжджати чи не виїжджати, що робити і як себе реалізовувати. Тому що, коли у нас в Україні в великих мегацентрах, тобто обласних центрах, будуть спортивні объекты для олимпийских видов спорта, для массового спорта и так далее, то, конечно, уже спортсмен будет совершенно по-другому смотреть, потому что у него будут возможности где тренироваться и где себя реализовывать Пані дальше. Стала, от на вашу думку, давайте так, например, у Києві, так, от чого, якого спортивного объекта зараз не вистачає? Вот давайте возьмем в Киев, да, большой город. У нас практически, вот, возьмем дворец спорта. Да. Где проходят, все должны проходить статусные мероприятия, соревнования. Да, и они проходят по возможности. Дворец спорта на сегодняшний день не соответствует во всем техническим параметрам международных федераций. И международному дворец спорта 60-го года. Ну, вдумайтесь. Это, правда. Ну, я не знаю, я еще не родилась в это время. Сколько уже дворцов спорта, но это факт. И что самое интересное, минимально где-то чего-то там реконструируют. Какие-то стулья поменяет, все в убогом состоянии. Просто, и это ну, правда. Сучасно выглядело, конечно, что робится, конечно. Да? И так вот здесь вот надо ставить акцент. И когда мы говорим, и монополист, что самое страшное. Вот сегодня мы диктуем те цены, которые мы хотим. Сегодня 170 тысяч, 250 за один день вдруг. Раз себе, а мы задаем всегда вопрос. Не из-за того, что мы плохо относимся там к директору Дворца спорта. Нет, он здесь совершенно не виновен. А из-за того, что мы не понимаем, за что сегодня 250 тысяч за день платить Дворца спорта, где, к сожалению, ничего, палочка не меняется. Был локдаун, ничего не было. Ну так реконструируйте за это время, пока мест ничего нету. И дайте возможности принимать сегодня мировых спортсменов с мировыми именами в Киев, популяризировать и плюс давать еще город зарабатывать, потому что это как туристы идут. Понимаете? Вот здесь надо понимать и соизмерять. Но почему-то этого не делается. Или же хотя бы мы в Киеве должны построить. Была уже выделена земля возле Конча на въезде выезде с Кончежаспы для строительства Дворца спорта в Киеве. Так. Но это все приостановилось, одни краны остались там. Так давайте как-то так это пролоббируем и построим альтернативу старому Дворцу спорта, новый Дворец спорта, который будет обеспечен всеми техническими параметрами, где мы можем проводить. Вот у нас сегодня гимнастика, 19-й год проходит международный турнир Украина International Cup. По художественной гимнастике проходят чемпионаты мира. По чемпионатам мира по другим видам спорта. Но стыдно завести в этот дворец спорта. Раздевалки убитые, все убитое, спортивного зала разминочного нету. И мы не можем сегодня дать себе возможности провести этап Кубка мира. Тут потрібно наголосити, що для тренування спортсменів професійних це все має бути державою оплачено. Так? Це для спортсменів має бути безкоштовно. Да, конечно. Ну а как профессиональный спортсмен может тренироваться 8 реально? Часов? От скажіть, це реально, що професійний спортсмен, наприклад, там от батьки дитини, так, яка займається професійно, не вкладало в це коштів? Конечно, реально. Но дело в том, что давайте, если возьмем мы западную систему работы, если это профессиональный спортсмен, это даже не подлежит обсуждению. Да. Конечно, он должен работать и тренироваться за счет государственных денег, потому что это социальное первое направление. Второе, спортсмен и тренер сидят по 8 часов в зале, выезжают на статусные мероприятия, у них нет времени где-либо работать дополнительно и зарабатывать еще на себя деньги. Но это нереально. Это считается социальное направление, это считается спорт высших достижений, где вкладывают деньги именно государство. Что касается дальше, чем ниже мы пошли, то есть сначала, то есть массовый спорт и спорт, детский спорт. Конечно, во всем мире существует клубная система. Естественно, клубы за счет членских взносов родителей живут. Это нормально, и это надо признать, что уже нету такого, что дети тренируются бесплатно. Конечно, и у нас детский спорт тоже, он
он якобы вроде бы в лапках бесплатно, але а в то же по факту практически оно все держится на родительских деньгах. Так давайте это все легализируем и пустим это открыто, правильно, и дадим возможности сегодня работать клубам, давать возможности, что должно государство? Оно должно строить спортивные объекты. Для того, передавать в аренду клубам, которые могут использовать и выращивать уже, давать возможность тренироваться, то есть нашим деткам и выращивать олимпийских чемпионов. Правильно? Дети, родители платят в эти клубы, клубы развиваются, а потом, когда клуб, как вот за рубежом, допустим, вот Бундеслига, немцы, да? Так. У них клубная система, если в клубе показывают результат спортсмены, да, государство это видит и начинает дотировать клуб. О, слушайте, це клубу это становится интересно. Да. Клуб живет за счет, когда вот только-только организовался клуб, да, он живет за счет членских взносов родителей, родители оплачивают, плюс они начинают потихоньку идти, где-то каких-то спонсоров искать. Это правильно. Когда он уже выходит на определенный уровень, начал раскручивать себя и развиваться, и видит результат государства. Значит, что мы должны помочь этому клубу? Не, ну, мы звісно, должны подтолкнуть знаете, такая взаимодопомога один конечно одному. Просто мене цікаво, чому от у нас Україна, наскільки я знаю, наші спортсмени це на увесь світ знамениті люди. От не один рекорд у нас. Проте держава нічого не робить. І от на вашу думку, що потрібно, які кроки потрібно зробити, щоб все ж таки. Понимаете, нельзя сказать, якось что государство ничего не делает. Ну, это неправильный подход, так, да? Государство выделяет деньги. Другой вопрос, когда оно все проходит там, вот выделяется бюджетом так, на так реализацию там определенных программ. И вот начинают выходить там деньги получать определенные органы. И вот начинается вот с этого, и поехали. И вот куда, чего, как, куда, кому уходит. Мы никак не можем. Вот здесь вот должен быть четкий контроль определенных тех органов. И я считаю, что, знаете, вот министерство. Я уже давно об этом говорила. Есть разумные ребята, молодые, которые могут за хорошую зарплату хорошо, четко работать. Так. Этой возможности не дают. Почему? Потому что у нас штат министерств всех, при том, раздутый вот настолько, наверное. Надо, мне кажется, на процентов хотя бы, ну, 30 сократить эти министерства, дать возможности более молодым, активным ребятам заработать и поставить определенные задачи. Потому что сидят люди 70-летние, которые ничего не делают, бумажки одни носят. Ну, смысл этой работы? Конечно. Поэтому государство делает, но оно неправильно распределяется и реализовывается. Допустим, те же наши спортивные общества. Вот после определенных там высказываний мне начали звонки сразу. Что ты говоришь? Я говорю, постойте, ребята, спортивные общества, работайте за счет спонсоров, находите деньги. А вы получаете бюджет, закладываете какие-то рекламу, значки, атрибутика, там, что-то еще, которые мы не видим. Она не нужна сейчас. Оно не нужно. Так это для не на то, что потребно. Конечно, нам не нужны туди сегодня спортивные объекты. Для того, чтобы вы, общества, потом не кричали и не говорили, что спортсмены от нас уезжают. Давайте возьмем Софию Яремчук, которая легкоатлетка, выиграла международный турнир. Буквально недавно уехала в Италию. Там, значит, создаются условия, а у нас нет. Этим обществам досталось от Советского Союза еще спортивные объекты. Так. Так поставьте тогда задачу. Если вы уже получаете бюджетные деньги, так возьмите и внесите, модернизируйте эти свои так, спортивные есть, объекты. Да. Вы же как квочки на яйцах. И не отдам, и ничего делать не буду. А куда же уходят эти деньги, которые вы получаете? А потом мы кажем про покращення в Украине. Однозначно, однозначно. Потрібно. И поэтому то, что мне после программ там звонят, начинают что-то угрожать. Да не боимся мы вас, ребята. Это вы нас, меня боитесь, а не я. Слухайте, ну мы сподіваємось, все ж таки, сподіваємось, що дослухаються, і все стане якомога краще, розумієте? У спортивному світі взагалі-то нам хочеться, ну, принаймні зараз, да навесні. Да не то, що хочеться, це необхідно і потрібно для здорової нашої нації. Просто ви знаєте, я от дозволю собі так сказати. Ми, звісно, дуже змістовно поговорили, і я от з вами зараз сижу, і я відчуваю цей спортивний характер, тому що правда, ну, ми не можемо не зробити акцент на тому, що спортсмени, у них, ну,
Характер дуже чітко виражений. Я знаю, що ви все зробите, всього доб'єтеся, і нарешті в Україні все настане, ну, як то кажуть, буде добре. А от є мені, пані Стело, цікаво дуже, от зараз під час локдауну, навесні, взагалі, от яку пораду дасте, як підтримувати себе от такому, такий дух спортивний, взагалі, навіть якщо ти не професійний спортсмен. Да, я согласна з вами, і дуже багато задають мені ці питання, і в Фейсбуці пишуть. Я хочу єдине сказати, уважаємо наші громадяни України, прежде всего, це залежить від вас, да. Лично від вас, як ви будете инициировать себя на здоровый образ жизни. Иногда бывает лень, знаете, локдаун, он людей наоборот расслабляет, где-то там булку съесть хочется, где-то лишний раз полежать, потому что ты находишься дома, дистанционно работаешь и так далее. И ты расслабляешь свой организм. Нет, соберите, мобилизируйте себя, потому что спорт, он дает вам возможности быть здоровыми, быть красивыми. И это самое главное. Возьмите, просто выйдите на улицу, пробегитесь у себя рядышком, где там у вас есть площадка или дом, где-то подкачать. На это не нужно тратить деньги, так, время. Так, это так. Можно просто сделать бажан. Утром, это можно сделать вечером. Это надо иметь, правильно вы сказали, желание. Ну, и натхнення, я знаю, что вы для себя еще одно натхнення знайшли, это кінний спорт, так, и у вас есть улюбленец Гриша навіть. Можете еще пару слов про него сказать? Ну, это моя отдушина, наверное, хотя я вот буквально полтора месяца тому назад вот до сих пор еще немножко рука не двигается, у меня прооперировали, я упала с него, но все равно настолько я бегу на эту конную базу, я его обнимаю, я его вчера, позавчера я села первый раз после полтора месяца, на него был такая мандраж, но я считаю, что все равно, знаете, спорт, он да. тебя как-то вдохновляет, он тебе дает какой-то поддержки, он тебе дает стряски какой-то, сидеть нельзя, правда, невозможно. Да. И вот Гришка, конечно, мне много этому дает, и я себя чувствую как-то так, совершенно по-другому в жизни. Эмоции, энергия появляется. Ну, видно сразу, спорт в крови. Да. Да. Я просто розумію, що потрібно завжди для себе шукати якесь натхнення, так? Конечно. І хай у вас, у кожного з вас буде от якийсь свій Гриша, так? Інце, чи людина, чи кохання. Хани, взагалі, щоб хотілося вставати, жити і щось робити у житті. Це правда. Хорошо, добре сказала. Пані Стела Захарова, українська спортсменка, гімнастка, олімпійська чемпіонка була у нас сьогодні у гостях. Ми вам дуже дякуємо, що завітали до нас. Ну що, Макси, ти надихнувся на спорт? Я абсолютно надихнувся. І слухайте, чесно, ви, от, у вас така енергетика, яка мотивує. От хочеться мені сьогодні вийти побігати. Ну дай Бог, щоб цей ефір був позитивний для всіх українців. О, слухайте, він абсолютно позитивний, це можете точно повірити. Так, друзі, Стела Захарова у нас у студії. Поговорили про спорт. Так, ми знаємо, що локдаун, знаємо, що не дуже весело і взагалі невідомо, що воно буде далі. Тому ви нас зараз дивитесь, щоб хоч щось дізнатися і правильно робите. Підписуйтесь, правда, тут, лайв, ютуб. І, до речі, якщо у вас є зайва 1000 гривень, сходіть краще в магазин, купіть щось смачненьке поїсти, не їдьте на таксі і не забудьте поставити дзвіночок. We'll be right back.